Нелепая ситуация, будто преследует президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежный во время своего официального визита в Грузию выступал на бизнес-форуме в Тбилиси на фоне баннера с ошибкой в названии своей страны. Так, прямо за спиной президента отчетливо читалась надпись «Грузия-Украина. Бизнес-форум». Фотография инцидента появилась в социальных сетях. При этом стоит отметить, что на сайте Порошенко и в его официальном твиттере размещены фото, снятые с такого ракурса, при котором эта надпись не видна.